Несправедливое поражение, и по игре, я думаю, даже мы заслужим ничейку. И сама игра была такая хорошая, видно, что «Динамо» такая опытная команда, и очень много возрастных таких футболистов. Но скажу, что да, мы поражение, в принципе, не хочу оправдывать ни себя, ни ребят, но я думаю, кто видел эту игру, она, я думаю, понравилась по зрелищности, по моментам. Можно сказать, что сегодня он же сыграл против явного лидера? Ну да, «Динамо» хорошая команда, видно, они не первый год уже играют, и я только что сказал, что они вот весь возраст у них под выпуск, и там почти все 93-е года выступают. Но это не самое, наверное, сейчас, не хочу не про это сказать, хочу так в целом по игре, и начало матча было за нами, минут 10-15 мы как бы создали моменты, и сейчас смотрели игру, момент, связанный с назначением пенальти, был или нет. И, правда, они признали, что был пенальти. Но, опять-таки, нас это не радует, то, что они признали, что был пенальти. Но у нас так случается. Судьи приходят, извиняются, а результат не меняется. По содержанию игры, где-то минут 10-15 мы контролировали игру, а потом где-то подсели, отдали середину полю. В принципе, изначально мы и собирались играть вторым номером. И больше надеяться на быстрый контратаки. Некоторые атаки у нас как бы получались в завершающей фазе игры. В принципе, так были определенные проблемы, связанные, наверное, с индивидуальным мастерством. Но это случается, где-то у них хорошо получается, где-то хуже получается. Во втором тайме вот это вот начало игры, хотя говорили о том, что мы должны быть внимательны в обороне и играть проще, не усложнять игру, особенно в обороне. Но первая же минута и вот этот ляп, который опять же тут же Мусалов сделал, не упростил, не выбил мяч, не сыграл просто, а попытался поставить корпус, где хорошо сыграл нападающий. После этого игра как бы переместилась на половину соперников, и уже «Динамо» пыталась вторым номером больше играть в контратаках. И при этой игре у нас создавались хорошие отрезки в атаке. Но уже в концовку матча мы уже попытались, и игроки обороны больше подключаться начали, и попытались спасти игру. Но это не удалось, хотя были хорошие моменты. А вами было сделано по ходу матча несколько замен, в частности, с поля ушел Дибир Гаджиев, такой новичок команды, такой фактурный форвард. Он, насколько он проявил себя? Ну, он молодой парень, и ему пока нет силенок, связанных с его возрастом. Я думаю, он должен и обязан прибавить в игре. Ну, мы так его ставим, потому что у него есть хорошее качество. Но все зависит от него в дальнейшем. Будет ли он, вырос ли он хорошего футболиста. Все-таки, в первую очередь, голова и психология, и в общем, если сказать, характер для любого молодого футболиста очень важен. Чем была связана замена, вы имеете в виду? Ну, он чуть подустал и посчитали, что пользы в атакующих действиях он в этой игре уже не принесет. И попытались освежить игру и на флангах, что, в принципе, и произошло. Это Ануар вышел и так обострил игру в атаке. Было неплохие 2-3 передачи с его фланга. И чуть-чуть не хватило завершения.